И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И мы продолжаем играть в эту замечательную игру. Мы в прошлой серии избавились от этих надоедливых факелов. Теперь у нас вместо факелов везде светокамень, благодаря созданному нами миру. О боже, два раза аж сработала наша штука. Ну и ладно. Нет, ну в принципе этот причарджер, он экономит время. Я бы не сказал, что он такой уж бесполезный. Хотя я считаю, что он довольно дорогой для своей функции по крафту. Так, кстати, можно вот это вот использовать все. Раз, два. И раз, два. Круто, да? Такое. Складик будущий. И да, я с вами поприветствовался, я надеюсь, конечно же. Ну, на всякий случай, всем привет. Да. Бывает. Извините, Парадигм старый ему. Он уже не помнит, приветствовал ли он вас. Ну да, Парадигм это я говорю о себе в третьем лице, и это просто офигенно. Как многие летсплейщики, кстати. Так вот, что мы тут напишем? Типа, светокамень. Ледяные острова. Ой, да, украинский язык. Украинский язык, теперь вы знаете, буковка И проскакивает. Не. Я просто иногда люблю писать на украинском. Например, в каких-то патриотических пабликах украинских. Но это иногда. Это так, повыебываться. Как, например, русские, короче, куда-нибудь в Таиланд приезжают и, короче, матерят прохожих, и пользуясь тем, что они не знают русского языка. И, короче, да, прикалываются так. Так вот, можно, например, писать на украинском в русскоязычном каком-то паблике, и вата будет беситься, потому что она ж не знает украинской мовы. А там многие слова отличаются, и, в общем... Пиши по-нормальному, там начинают орать. Они по-хохляцки, сволочи вы такие. Сволочь ты такая, там, и так далее. А ты просто ржешь над ними. Можно написать. Ты еще совсем тупый, что меня не разумеешь. Курво. Когда, как это, скажешь курво, так он... Ну, это вообще-то не украинское, это польское слово. Вообще решать, что ты поляк. Потому что украинский, он с польским больше, чем русский, имеет связей. То есть, больше похож. А у западной Украины, то есть на западной Украине, там еще больше на польский похож. То есть, на восточной Украине фактически суржик, это полуроссийский, а на западной Украине полупольский такой язык. У гуцулов там больше на румынский, например, похож. Ну, это, то есть, там... Получается, рядом и Румыния, и Молдова, и там еще что-то находится, и поэтому у них такой язык немного измененный. Ну, в общем, украинцы, они, они изменяют язык так, чтобы общаться с теми соседями, которые рядом с ними живут. В принципе, то есть язык это не то, что объединяет украинцев как нацию. Хотя и существует самостоятельный украинский язык, и существует костяк, но в принципе я могу сказать, что, скажем так, эта земля, она объединяется абсолютно не языками, не чем-то подобным, а общей, скажем так, общим менталитетом и общей идеей. Украинское государство. Ну и, пожалуй, хватит насчет этого. Теперь нам нужно, пожалуй, создать еще одну книгу. То же самое, что мы уже создали, только немножко по-другому. Да, то же самое, что мы уже создали, только немножко по-другому. Офигеть просто. Но, тем не менее, это правда.
Так, кстати, можно взять отсюда что-то там. А, нет, у нас все уже есть, что нам нужно. Давайте вот отсюда возьмем. Вот так сделаем. Так, биндим. А чё топор? Какой нафиг топор? Стоп! Какой нафиг топор? Слушайте, это книжка. Как книжка превратилась в топор? А выкинул я вообще непонятно что. Было два топора, вы видели? Это жопа как... Слушайте! Что за фигня? Что происходит? Этот топор, он заколдованный. Не лагай, я сказал. Ну да нафиг. Что за глюк? Ну давай щелкайся, сволочь. Уже топора нету нигде. В лопату превратить. Что за бред? Давайте телепортанемся, что ли, назад сюда. И попробуем изменить этот бред, потому что это вообще жопа. Поспим, может, нам глючит, короче, нас. А, кстати, насчет этого, насчет глюков. Давайте, что ли, вот сюда куда-нибудь повесим еще наш бэкпак. Глюки. Бэкпак можно сам в себя засунуть. То есть в этом же бэкпаке этот же бэкпак лежит. Офигеть просто. Это называется не евклидовая геометрия. То есть геометрия, в которой может быть что-то внутри больше, чем снаружи, и тому подобные вещи могут быть. Ну что ж, давайте что ли тогда все-таки попробуем еще разок. Ну, пожалуйста, ну не лагай, ну сволочь ты такая. Ой. Да ну... Слушайте, ну какого хрена? Как так? Ну, это жопа какая-то. Что за глюки? Ладно, создадим, короче, книгу. Пока что из этой штуки. Давайте тогда вот здесь вот возьмем вот такую вот штуку и попробуем опять. Кожа. Может, с кожей что-то не так или как? Вот, эта книга запросто создается. Ну и чё ты? Чё ты не жмешься? Дура. Нажалась и все, и откатилась, да? Что это такое? В общем, какой-то баг. Ну, ладно. Странный баг. Ой, ладно, пока что займемся созданием нашей книги любимой. Так, чистые модификаторы, естественно, плоский мир. Берем. Дальше, что-то там, zero length, да, zero.
Да, нулевая длина, плоский мир, чистые модификаторы. Теперь, короче, нужна кварцевая хрень. Кварц. Кварцевая руда. Обелиски, точно. Обелиски. И, собственно, Rising Fast. По идее, все, что должно быть здесь. Так, теперь давайте все это правильно расположим. Ну, в принципе, по идее, может, уже и не нужно правильно его располагать. Rising Fast, Zero Land, плоский мир, потом чистые модификаторы, потом обелиски из кварцевой руды. Да, это у нас будет... Уварцевая, блин. Не уварцевая, а кварцевая. Кварцевая руда. Я, в общем-то, перезапущу Майнкрафт и буду надеяться, что у меня не будет лагов с этим модом больше. Так, пожалуйста, не лагай. Чё-то лагает сильно. Ну, в смысле, нет, не лагает оно, но мы падаем постоянно. И не грузится почему-то. Почему так, я не знаю. А, во, загрузилось. Ну, по идее, все нормально, только очень большие деревья. Мне это не нравится. От них лагает обычно. Ну, вроде бы, те условия, которые мы поставили, они здесь соблюдаются. Так, и действительно, видите, лаги какие-то происходят. Мне то ли перезагрузить компьютер надо, чтобы они не происходили. Ну, скоро ты там подгрузишься. Да, но типа подгружается пока что. Тут, смотрите, есть руды. Вполне себе нормальный мир. Солнце постоянно на рассвете. Чё лагает? Не лагай. Точно, животные тут разные. Тут, смотрите, и коровы эти сраные. Так, все. Давайте поищем теперь обелиски, которые нам нужны. Из нужного материала, точнее. Из кварцевой руды. Кварцевая руда нам нужна, чтобы... Ну, вы поняли, зачем она нам нужна. Я надеюсь, поняли. Так, вот она. Только там не обелиски, а что-то другое из нее. Ну, плевать, как бы. Да, у меня нету меча, к сожалению. Куда ты убегаешь, сволочь? Он хитрый, зараза. Смотрите, какой хитрый. Чейн-модом давайте ее прорядим немножко. Так. Круто, да? Я смотрю, у нас... А, у нас есть все-таки дебафы. Ой, тут еще и этот яд. Яд — это совсем нехорошо. А почему? Яд — это плохо. Сейчас и меня ядом. А! Это иссушение! Мать вашу ж! Это иссушение. О боже, какие дебафы жуткие. Давайте чуть подождем.
Причем вот эти вот дебафы, они действуют даже в тени. А те дебафы, они только нас... на свету, скажем так. Ну что ж, в принципе, я все равно рад, что я этот мир создал, но я его не сохраню. Я просто выучу и буду создавать кварц, когда мне нужно. И из кварца мы сможем там двери делать. Ну, в общем, много чего из кварца можно делать. Интересно, на него работает удача? То есть, смотрите, он на самом-то деле стоит не так уж и много. Если подумать, давайте чуть подождем, пока отрегенимся. И где же, собственно, наше место, с которого мы прибежали? Вон, по-моему, там оно. Или нет? О, там данж есть. Интересно. Так, ну и как я тут оказался без возможности выбраться? Нужно осмотреть что-то здесь все. Я помню, что вроде мы в лесу ж были. И коров я, в принципе, тоже видел. И все остальное. Главное держаться поближе к деревьям. А, вон, вон, вижу вроде бы нашу книжку. А, нет, не вижу книжки. Странно. Я заблудился, маджиш вашу. Ослик, суслик, паукан. Ай, и какая-то кисонька. О боже. Слушайте, мне это совсем не нравится. Я не туда пошел явно. Вот на этот случай у меня есть запасные книжки. Да. Чтобы не умирать, можно просто телепортануться. Все. И тот мир мы просто уничтожим, потому что он нам нахрен не нужен. Он очень-очень фиговый мир. Это при этом мы туда ж чистые модификаторы засунули. Прикиньте. Хотя, может, нужно их последними ставить, эти чистые модификаторы. Давайте просто уничтожим этот мир. В принципе, кварцевую руду мы получили, поэтому мы ничего от этого не потеряем. Да, давайте возьмем немножко кварцевой руды и посмотрим, что из нее можно сделать. Юз. Кварцевая дверь, вот, например, есть. Dimensional Doors. Из него можно переплавить его. Форменное создание, выплавка. А, стоп! У него ж, короче, он много опыта дает. В принципе, так можно фармить опыт за счет кварца. То есть, он сколько стоит? Он довольно дешево, насколько я помню, стоит его создание именно. Видите, то есть, to create 72. Это, в принципе, в два раза больше. То есть 32 и 32, 64, а тут 72. Ну, в 2,5 раза дороже стоит создание. Но, в принципе, учитывая, сколько он опыта дает во время разрушения его всякими инструментами, то это довольно-таки заманчивая штука, его создание. Дальше, что еще? Я бы все-таки хотел сделать линкинг-буки. Но боюсь, что сегодня мы этого не сможем сделать, потому что у меня залагал. Да, лагает. Лагает непонятно почему, маджиш вашу. Ну и, пожалуй, тогда я закончу серию, потому что
без этого, без Linkin Book'а мы никуда не попутешествуем и так далее. Хотя можем телепортануться, ну, в общем, я хочу от этого бага избавиться, я не могу играть с багами. Естественно, скорее всего, для этого достаточно будет перезагрузить Minecraft. И всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, всем пока-пока, до следующих серий!